Вот ходят слухи, что в августе этого года будет попытка переворота государственного в России при поддержке олигархов, при поддержке Госдепа. Что ты об этом думаешь? Ну, что я думаю? Я думаю, все-таки это слухи. Хотя я полагаю, что какой-то кучке людей, дорвавшихся до огромных денег в нашей стране, возможно, Путин и не нравится. Но эти люди должны помнить очень хорошо, что миллионам и миллионам российских граждан, российских патриотов, президент не только нравится, но они его будут поддерживать жестко, жестко поддерживать на улицах наших городов. Более того, говорю, если, хотя я, честно говоря, в этот сценарий совершенно не верю, но если кто-то это попытается сделать, только мы выведем на улицы нашего города Краснодара десятки тысяч патриотов. Я уверен, что это самое сделают патриоты во всех городах Российской Федерации. Никто никогда не даст возможность убрать президента, который сделал такое все возможное и невозможное для того, чтобы Россия встала на достойное место на сегодняшний день в мире. России, которой Путин вернул достоинство. России, в которой мы сегодня, граждане, начинаем наконец ощущать себя гражданами великой страны. Самое главное, что ведь внутренний мир, российские граждане начинают чувствовать себя людьми. И, безусловно, этот вот сценарий Госдепа, конечно, если такого и существует для августа месяца, он не пройдет. Это однозначно. Российские граждане не отдадут своего президента. Да и не тот человек Путин, чтобы вот так легко было что-то это. Мы полностью ему доверяем, но при необходимости, безусловно, поддержим. И эта поддержка будет настолько сильной, что последние недруги России будут бежать из России в неизвестном направлении. Не стоит никому, шальным головам, даже задумываться в этом направлении. Россия сегодня сильна, как никогда, и у нее есть сильный президент, которому доверяет собственный народ.